Фонкерам словам, остальным соболезну. Мне часто пишут в ВК. Аниманик, оцени мои треки. Скажи свое профессиональное слово насчет них. СМС я читаю, сообщение. Сообщение в ВК — это единственное, что я читаю в этой жизни вообще, потому что уроки я не делаю и в школу уже не хожу. Полтора года, поэтому вот так вот. И сегодня я решил, почему бы не сделать видео, как в старые добрые времена, про то, как я буду смотреть клипы и слушать треки начинающих исполнителей школьников. Я тоже начинающий исполнитель, но я круче. Артур Тауснеев скинул мне трек. Трек называется «Арти», официальная аудиодорожка. Если вы хотите, чтобы я оценил вашу музыку или клипы, видео, скидывайте мне в ЛС сообщение в ВК. Кстати, подписывайтесь на мою страницу Инстаграм. И ссылка в описании. Я только на старте старт. Мой блик, вор, оксимирон, пятый вор, не хош, не бой. Здесь мой покой, твой рэп постой. О, как гейста скучал. Это реально качает, очень. Реально это прикольно звучит. Заслуживает лайка, не трактори. Следующее, кто это у нас будет, это Миха Сибирьков. Это у меня частый гость на канале. И он тоже занимается музыкой, не трактори. И именно про него я снял самое популярное видео на моем канале, про которое я тоже снял видео, если не видели, то вот ссылка. Давай, у него недавно вышел альбом, называется «Раз-два-четыре-шесть». Давайте же послушаем. Жди, пожалуйста. То есть целый трек просто барабаны. ВКонтакте крупнейшая легальная библиотека треков. Оформляй подписку на музыку. Она полна. А также получайте доступ к музыке без ограничений. Забудьте об аудиорекламе и фоновом ограничении 30 минут и наслаждайтесь треками в любом точке мира. А если нет интернета, скручивайте музыку в приложении Pop. И все это за 149 рублей в месяц. Где обрыв? Дроп был, а обрыва нету. На этом 1407 прослушиваний. 1400 раз прослушали эти треки. И тут только, и тут тупо мой сингл «Безысходность», на котором 70 прослушиваний, не знаю сколько там, за месяц. 7 месяцев назад меня один чувак попросил оценить его трек. «Привет, друг, оцени новую песню, пожалуйста, я начинающий музыкант». Я лайкнул, так и не посмотрел. Кто я? Thank you.
я дурашка, вместе мы с тобой. Пример трека вбиваем и фильтров выбираем за эту неделю. Player Pro. Пример трека 2020. Мне кажется, когда он записывал трек, он записывал микрофон так. Короче, всем до свидания. Это конец видео. Peace up, A-Town. Yeah! 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 Yeah